Два просторных актовых зала, уютные группы, учебные зоны, пищевой блок, санузел. В новом детском саду в деревне Рузино есть все необходимое для комфортного и безопасного пребывания дошколят. Садик не только оснастили техникой, но и установили здесь несколько камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Сад построен по последнему слову техники. В каждой группе, каждая группа закомплектована игрушками, те, которые положены по возрасту детям. Подготовительная группа оборудована интерактивной доской, обучающими такими вот играми, пособиями. Дошкольное учреждение рассчитано на 190 детей. Заниматься здесь будут 8 групп по 20-25 человек. Малышей поделят по возрасту от ясельных групп до деток постарше. Также здесь планируют готовить детей к поступлению в школу. В садике оборудовали специальную группу с интерактивной доской и учебными пособиями. Это государственная программа по развитию территорий, по развитию социальной инфраструктуры. То, что подчеркивал наш глава Дмитрий Владимирович Волошин, когда на днях подводил итоги года. В этом году мы открываем вот этот детский садик, прошла капремонт школы-интернат на Сходне. И продолжаем в дальнейшем будущем, тоже у нас запланировано открытие многочисленных социальных объектов. Церемония открытия детского сада в деревне Рузино оказалась настоящим праздником для его будущих воспитанников. Для детей провели утренник. Каждому маленькому гостю вручили сладкий подарок в честь наступающего Нового года. Мы в восторге. Мы думаем, что мы не зря ждали столько детский сад. Нам нравится он. Нравятся детские площадки, веранда. В целом, да, мы довольны. Первые группы в детском саду начнут свою работу уже после новогодних праздников, 9 января. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.